И снова всем привет. Вышел я на очередную весеннюю охоту за селезнями. Время 5 утра. Опять такой восход красивый. Сейчас снова спустимся вниз на ручей. Пройдем по ручью. Посмотрим уток. Вылетит, снова попробуем добыть. Посмотрим, что у нас сегодня получится. Все, выдвигаемся, пошли на ручей. Найду, включусь. Все, первого взяли. Болим уже. Тихо. Все, первого красавчика я добыл весеннего. Сейчас нам еще осталось пару километров пройти по ручью. Посмотрим, там что будет, нет, там еще три заводи хороших будет, надеемся на них. Это вылетели, можно сказать, на течение, более-то я их здесь не ожидал. Криковая утка не любит течение, черки-то могут, да, но это вылетели. В принципе, неплохо уже, один есть, домой уже не пустой, пойду. Ладно, продолжим сейчас нашу охоту, сейчас уберу рюкзак. Дальше снимать.
Все, друзья, на сегодня все. Охота, в принципе, удалась. Добыли одного селезня. Бобер, смотрю, все грызет. Там погрызы. Вот. Ну, ничего, нормальный селезень есть у нас. Прошли мы не так много, 3 километра. Вылетела одна пара одного селезня, я этого добыл. Сейчас мы его здесь ощипаем. Я палю я его, чтобы домой не нести, не мараться дома. Забыть, вот это у меня хорошее. Здесь я и зимой стрелял. И вот в прошлом видео, на прошлой охоте, здесь тоже я добыл утку. Ну, помимо меня, конечно же, еще люди охотятся. То есть, возможно, кто-то уже прошел, стрелял, добыл, не добыл, шугнул уток. Ну, у нас селезень есть один. Все, пойдем щипать селезня этого. Ну вот, сейчас ощипаем нашу селезень. Красавчики здесь вот. Так, я щипаю, пока он теплый. Но попадание в грудь. В голову было попадание. Быстренько щипаем, здесь его палим. Домой принесем уже, можно сказать, почти чисто тушку. Ощипываю я по времени где-то 5 минут. Уже столько дичи перещипал. Не знаю. Очень много. Сейчас подключимся. Ну все, селезень я перещипал. Вот так теперь есть у меня вот такая горелка. Сейчас будем палить. Очень удобно с пьезой. Минут наш селезень готов, осталось удалить крылья, лапы, голову, вытащить внутренности, промыть водой, но это все я уже делаю дома, основную работу я сделал. Ну все, будем из него также готовить какое-нибудь блюдо, будем снимать. Все, смотрите мой канал, ставьте лайки. Ну а мы все, сейчас наверх идем в сторону дома. Сегодня у нас был заморозок, все подморозило, выше подниматься я не буду. Сейчас, как ближе к концу охоты, все растает. Будем ходить по болотцам, по прудикам. Там искать уток. Ну, а пока здесь. Все, до новой охоты.
Надеюсь, вам этот охот понравится.